И второе платье уже должно быть покороче. Вау! Оно такое темное, тоже принт у него мелкий цветочек. Вы заметили, кстати, какие цвета прям классные? Под старину, но так здорово сделано. Это более нежное, а это прям такое зеленое, насыщенное, оливковое даже. Просто красиво. Вот это платье уже будет универсальное в плане того, что оно короткое, и его можно носить хоть каждый день, куда угодно. Я думаю, в таком платье я буду достаточно отличаться от всех. Оно прям какое-то нетипичное, знаете. Мне кажется, что-то подобное наши мамы тоже носили. Особенно вот эти воротнички такие строгие, с пуговицами. И все это в итоге такой милый стиль. И что немаловажно, у меня эта сумка будет сочетаться практически со всеми вещами. Хотя почему практически? Вообще со всеми вещами.